смотрите, какая ситуация. Сережу выпустили после 3 часов и сразу за ним выскочили, заблокировали нашу машину. Смотрите, меня Медяник Сергей Викторович, меня незаконно зовут. Меня незаконно задержала полиция. Прошло 3 часа. Видите, что делается? Я журналист. Теперь полиция Калиновки заблокировала наш автомобиль. И мы не понимаем, что нам делать. Они объехали. И ничего не говорят, не подходят к машине. Отпустили часть. Да. Мы сели в машину.